студии президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина. Первый мой вопрос будет о том диалоге, который сейчас идет между государством и предпринимателями. Прошедший 2015 год, он действительно был беспрецедентный по интенсивности диалога между представителями малого и среднего бизнеса и государством, причем на разных уровнях. Дело в том, что вот то, что наши традиционные источники экспорта и доходов государства, они достаточно серьезно упали в цене, поэтому объективно и экономически сегодня представители государства ищут, за счет чего можно возместить доходы государства, за счет чего можно возместить рабочие места, за счет чего можно сохранить тот уровень благосостояния, который был достигнут и достаточно серьезно был улучшен за последние 15 лет. И, естественно, ответом на эти вопросы это как раз малый и средний бизнес, его развитие. Именно в этой сфере трудится сегодня порядка 30% трудоспособного населения. А если взять еще теневую занятость, то, я думаю, и все 40%. Именно этот сектор генерит порядка четверти валового продукта. Если гипотетически предположить, что в этом секторе будет работать в полтора или в два раза больше людей, что этот сектор будет давать не 25, а 50% валового продукта страны, то, естественно, мы получаем совсем другую экономику. Вот давайте обсудим новость, которая, наверное, была очень воспринята позитивно предпринимательским сообществом. Это новость о понижении ключевой ставки. Мы считаем, что это очень правильное решение в данный момент времени. И дело-то ведь не в том, что 0,5% это мало. Бизнес ждет, конечно, гораздо более дешевых кредитов. Но это говорит о тренде. Мы понимаем, что поскольку Центральный банк сам ставит свою цель инфляция 4-5%, то значит, если такую цель ставит Центробанк, он обязан следовать и своей логике и дальше снижать эту ставку. Но при этом нужно работать на всех фронтах. Таким образом, нужно с разных сторон подходить к тому, чтобы малый и средний бизнес мог получать достаточно недорогие деньги. И больше того, значит, этих источников должно быть много. Вот мы над этим работаем. Понятно.